саламатсыздарбы кутмандуу кечиңиздер менен кадырман калкым агайын тууган достор мен алмаз уулу аскар кыска аралыктын ичинде өзүмдүн командам менен көптөгөн иштерди алып бара алдык жаштар кыймылын түздүк мамлекетибизге оош кыйыш мезгилинде колдоо көрсөтүп турдук шайлоого аттанганымдын бирден бир себеби мамлекет үчүн алдыга койгон максаттарды ишке ашыруу жаштарды бириктирип кыргызстандын өнүгүшүнө салым күчөтүү деп саналат бүгүн мен сиздердин алдыңыздарда баарыбыз күн сайын туш болгон актуалдуу маселелерди талкуулап аларды чечүү боюнча конкреттүү кадамдарды сунуштоо үчүн турам биздин район бул ар бирибиз жашаган биздин ата энелерибиз балдарыбыз жакындарыбыз жашап жаткан жер андыктан бул райондогу көйгөйлөр бул баарыбыздыкы мен ойлойм бул маселелерди жаратканыбыздын колдоосу менен сиздер менен биргеликте чогуу чечебиз свердлов районундагы көйгөйлөр дээрлик бардык конуштарда баардык кичи райондордо бирдей экенин билебиз түндүк райондордо газ ирригация маселелери сугат арыктарынын туура эмес орнотулушу ошол эле учурда эне сай дордой келечек жана ак бата конуштарында газ кирген эмес аны да билип көрүп турабыз урматтуу туугандар кудай буйруп сиздердин колдооңуздар менен биз парламентке келип калсак биз бул маселелерди сөзсүз түрдө көтереміз мына азыркы учурда айрым конуштарда канализация түзүктөрүн куруу иштери жүрүп жатат бирок ошол конуштардын кээ бир көчөлөрү ар кандай себептер менен проектиге кирбей калганын билебиз жана бул маселеге биз да көзөмөлүбүздө болгонун баса белгилейм уважаемые горожане сегодня я хочу поговорить о тех проблемах которые волнуют каждого из нас и требуют немедленного решения в первую очередь речь идет о наших лифтах Многие лифты в наших домах эксплуатируются уже намного дольше положенного срока и представляют собой серьезную угрозу для безопасности жителей. Если я буду избран, я обещаю лоббировать вопрос замены этих лифтов, чтобы вы и ваши близкие могли чувствовать себя в безопасности. Также я не могу оставить без внимания состояние внутридворовых дорог. Ежедневные поездки на работу, в школу или за покупками становятся настоящим испытанием из-за плохого состояния дорог. Я буду активно работать над тем, чтобы провести капитальный ремонт внутридворовых дорог, обеспечив комфортное и безопасное передвижение для всех жителей. Кроме того, один из важных вопросов, который требует внимания, это ремонт тротуаров. Для наших пеших горожан тротуары должны быть удобными и безопасными. К сожалению, в текущем состоянии многие тротуары представляют собой опасность и неудобство. Если я получу вашу поддержку, я, буду настаивать на том, чтобы городские власти первым делом занимались ремонтом тротуаров. Я уверен, что вместе мы сможем сделать наш район лучше. Ваша поддержка на выборах станет первым шагом к позитивным изменениям. Вместе мы сможем добиться того, чтобы наш район стал безопасным, комфортным и удобным для жизни. Спасибо за внимание и за вашу поддержку. Алмазулу Аскар, номер пять бюллетени. Алмазулу Аскар, номер 5. келечекти бирге курабыз